Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас вот такое чудо. Бензиновая коса. Что-то заводится и глохнет. Товарищ притащил и говорит, возьми, перебери, посмотри, что с ним происходит, что ему не хватает. И заодно шнурок подтянуть там на место, чтобы он уходил. Ну, она не развивает оборотов. Я так подозреваю, что-то с бензином связано. Сейчас карбюратор переберем, посмотрим. Заодно фильтр воздушный промоем. Продуем. Свечку посмотрим, в каком она у нас здесь состоянии. Маркировка здесь. BR2LM стоит. Свечной на 21. Бензином пахнет, но вот запах у бензина какой-то подозрительный. Так, здесь сбоку с торца откручиваем две гаечки. Гайки на 8. Ну вот, снял карбюратор. Сейчас помою, продую его. Так, снимаю вот эту заднюю крышку. Здесь грязь какая-то внутри. Продуем. Здесь ее нету. Так, откручиваем заслонку. И снимаем ее. Я ее даже до конца вытаскивать не буду. Так вот отвел, она стоит. Потом мы ее обратно и поставим. Снимаем вот этот стопор. Снял я стопор.
Теперь вот здесь вот зажимаем отверстие вот это и вытаскиваем заслонку. Вот этот щелчок, это у нас щелчок ускорительного насоса. Вот он, клапан. Он с резиночкой у нас. Вот он. Все дело в этой резиночке. Берем, ставим новую. Здесь сейчас продуваем не сильно. Здесь не надо особо сильно дуть, здесь только убрать вот эту грязь, которая... Разобрал разонный баллон, обточил резиночку, вот она. Резинка эта находится в верхнем клапане, вот здесь вот, получается, там, вот такой вот, и вот на нем, внутри верхней головки стоит уплотнительная резинка. Взял эту резиночку, обточил и поставил. Нигде нету в магазине. Теперь берем и устанавливаем обратно. Поставил пружинку. Берем ускорительный клапан. И аккуратненько покручивая, заводим его на место, чтобы резинку не срезало. Здесь местами можно ее так вот аккуратненько поприжимать. И также здесь вот ее поддавливаем отсюда и изнутри. Так, ну вот, вал я одел, стопор еще не одевал. Стоит он вот таким образом, пружинка вот эта вниз ложится. Это у нас верх работает на пружинке. Одел я на место заслоночку. Заслоночка у нас вот этим отверстием ложится на вал, на пружинку. А вот вверху прорезь на заслонке, вот на эту дырочку попадает. Сейчас наживляем. Вот этот болтик, который у нас заслонку крепит, он получается керном изнутри раскернен. Следовательно, здесь у нас немножко разошлось, чтобы он не открутился и не упал у нас цилиндр. И сейчас закрутить его невозможно. Для этого мы берем немножко, зажимаем вот так вот и снимаем под углом по кругу фасочку, чтобы закрутить. Именно под углом только фаску снимаем. И уже после этого мы сможем его закрутить. А когда закрутим, также с обратной стороны мы его раскерним, чтобы он у нас тоже не выкрутился и не упал в цилиндр. Обтачиваем. Вот я его немножко обточил, и болтик уже у нас наживился. Только делаем это все аккуратно, чтобы он у нас не соскочил отверткой и зеркало нам не повредить. Все, а с обратной стороны мы его сейчас немножко стукнем, раскерним. Все, отверстие у нас смотрит вниз, пружинку, и вверху вон отверстие, возле отверстия. Также сейчас посмотрим, этот у нас подкачивает. Ускорительный насос у нас должен качать. Протираем и ставим. Так, смазал я еще тросик, чтобы у нас он мягенько ходил. Одеваем на место наш сектор.
Так, одеваем мембрану вот эту на место, прикручиваем. Так, одеваем трос газа. И одеваем карбюратор на шпильке. Заводим сегмент. Здесь у него есть своя направляющая. Вот это вот встает. Одеваем прокладку. И одеваем корпус воздушного фильтра. Так, поставил я фильтр, защелкнул. Фильтр я продул. Закрутил я свечку на место, поставил. Бензин здесь подкачивает. Пробуем заводить. Вот и все. Работает. И здесь сверху стал бензин появляться. До этого его не было, он пропал. Вот сейчас она прогревается, поустойчивее немножко работает. На этом все. Всего вам доброго.